Из хилов зря начали. Да там есть хилы. Нет, я вот одна прибежала. Мы Аниксию сперва идем? Да. У нас он есть? Я не отхилю маленьким, вы чё, блин, идите сюда, хильте. Все приняли проверку, все тут уже хилки. Вперед его. Чайник вскипел, сейчас приду. А кто нужен ставить? РДД. Просто я могу ретрика 260 плюс взять, не вспомню сколько. Оставьте слот, сейчас захожу. Давай, заходи. А кто может твой ник? В рейд написал. На 4 инста ретрика? Да. А кто заходить будет? Ред репал. Только я престом пойду. Ник. Глициничек. А ты в гильдии, нет? Да, мейн на Пегастре. А, я понял. Ну, заходим. Так, бери ретрика. Да, естественно. Так что взять, шторма или глицинчика? Глицинчик в 4 пойдешь на охоту? Да я в 4 палом собирался. Ты заходишь уже? У меня проверка хэша идет. У тебя воет рыба есть? Угу. У меня есть и что? Я что-то бафаю? Давай посмотрим. МП5. Вольф там пускай каски, а этот паладин, которого хам взял, пускай кулаки. Беру шторма, короче. Погнали. Сумманить такое. Короче, я на боссе, пал на трёшь, да? Там рыба внизу стоит. У тебя, кстати, воет это приязный ко мне. Да, дай бог. Умрешь, нет.
Ну, за меня привяжусь. Чекну. Айзик, Кексик, Бабл, что не хотел? Кулака. Димитрий, ты в Дисе? А, он не в Дисе. Хант, напиши ему, чтоб кулаки ебанул. Блин, конится Дискорд еще раз ему. Че, дал Бабу? Да, дает. Последний чек. Че, фулл добрали? Ага. Ну, там, я думаю, и сам сейчас сходишь, а в 4 пойдешь к палам. Если не сходишь, может в 4 сходить там, крестом, кем хочешь. Все, пуляем, арх. У тебя есть класса, да? Или ты убрал? Там, ну, беспонтовая 5-5 ОМ, ой, ОМ, ОЛМ. Почему оно черное, блядь? Берешь, что ли, этот дракончик мини? Этот самый, выклетим портал Долоран. Мак, не заходи, только подожди немножко. Кому нужна голова и сумка, останьтесь тут, а то не передастся, будет в боссе лежать. Сумка. Голова. Все в боссе лежит, то есть, короче.
Это хуйня, по-моему, да? 200к всего лишь, плюс. Че 200к? Полученный урон. А, ебать. Это РБК босс. Че ты хотел? Халика во тьме потанчи. Вот это интересно. Что привело тебя сюда? Я думала, ты ДПС линкуешь, хотел сказать, и тут выюзнул. Я могу чем-нибудь помочь? Разбойники топ по ДПСу. Теперь надо класс разбойников нерфить. Ну это накрученный дамаг, да, на дракончиках, я понял. Не, разбойники нормальные ребята. Одного челика берешь, ВРС 25 гер заливать голему. Двух это если голема большого одновременно с маленьким танчить в одной куче. Чтоб залили и то, и то. Если кому-то нужен анролл с гильдии или не с гильдии, пишите в ПМ. Имеется в виду Т5, Тринька. Может быть, выбрали. Т5? Ой, слава, слава, ты чего? Слава, слава, мы еще не ходили на этом КД. Ну там что выпадет, что, типа уже по факту, что кому надо будет, скажете. Че уж сразу это? Магик обычка или гер будет? Грой магик обычка. Я хочу анроллом печеньку с робота ХМ сегодня. Ты я шучу, Слав. Что ты такой сильный сурок? Ты главное не покидай нас. Не буду, и обещаю. И прекращай играть. Хотя бы раз в неделю заходи на робота. Всё, не буду. Повздорила, и поэтому так бомбанула. Надеюсь, не с этим, как он называется-то, не с Редваром. Нет, как раз таки. Так, тут что-то написал. Т4 надо уничтожить. Ну, посмотрим. Какой выпадет кусок. Это запускаю. Что тебе угодно? Добро пожаловать, герои. Вы услышали... Чё, Редвар? Она говорит, ты нуб. Конечно, умеешь не кто. Говорит. Он врет. Редвар, он врет. Ты видел, как я, блядь, оню нахуй посередине, блядь, танканул? Ты вообще топ. Чё, согласись, ты опять заебись тема, да? Это только я могу, блядь, в центре танчить. Я её вообще везде танчил. И ко входу, и к выходу. Даже в этих туннелях с яйцами. У меня грешок был на оне. Ругать не будешь? Я была в танк. Все, капец. Блять, почему Сове не придумали, что типа ты бьешь и дота обновляется, типа от гнева там это самое обновляется, а от звездного огня типа это обновляется. Сука. Не хочу обновлять доты внутри. Может еще сделать, чтобы само все кастовалось. Вот дури, кстати. Эй, Вой, ты где? Ты умираешь. Пауза, берешь которого что свои с ворот. У.
Из-под земли червя бьем. Радвар, что началось-то? Бля, охуенная вещь. Сидишь, а тут кнопку тыкаешь нахуй. Меня чуть не убило с одной кнопки твоей. Меня чуть босс не... Сопротивление дыхания топ. На листотику смотрит. Ужас. Нет. Бегом, бегом. Бегом, бегом. Я, ребята, уточняю. Радвар, я у тебя в ЧСе? Да-да-да, я и говорю. Бывает что? Ты чё, Полину замутил, что ли? Полину-то? А, да, там, по-моему, это да. Чё-то она там буянила. Буянила? Чё, она просит снять? Ну, или хочет тебе сказать, ну, как тебя любит. Пару ласковых. Пускай письмо пишет. Видишь, в игре не замутал. Только в Дискорде, вот зараза. Скажите, что я его убью. Да, конечно, запускать. После первого всегда запускаем. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гипопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Куда сегодня рейд войд? ЗС. Это же ЗС-ка? Ну, стандарт. Это самый нужный. Это ты рейд. Про ДВ? Ты про ДВ состав или про вечерний? Про ДВ. Про ДВ. А вечерний, не знаешь куда? А вечерний. Сейчас как око поставят, блин. Не знаю, это надо. Нужно, чтобы Гевка был коват. Ну, состав нормальный. Если рассчитывать на два босса. А так, думаю, тоже что-то. Ну, как бы, пора и Солариона в хренке бить, не? Чтобы Солариона бить, надо два босса убить и контент закрыть. Ну, там фиксы были, вот я о чем спрашиваю. Фиксы, это понятно. Надо узнать, кто как работает, кто как не работает. Ну, чтобы рейд собрался топовый. Типа топовый рейд собирается, а Солара падает два грудака, которые на МП5, да? Вообще в прошлый раз. Хоть бы триничка упала. Кто забрал один ты, а второй кто? Я не смотрела. Ну как-то все. Ро-ро-ро и все, и разошлась. У кого-то еще есть грудак 84. Может, Бибик помнит, я не знаю. Вот от Кости!
подходите к красным щитам. Ребята, у Ги, которая у нас открыт набор в гильдию. 270+, ДВ состав 2Т5+, в вечерних, скорее всего, 4 куска плюс. Закрываем все. ОКХМ 2 из 4. Вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион. Так. Чемпионом сражаться вместо твоих. Нет, Т5, нет проблем. Ну да. Я сегодня тоже ощутила Элемом, когда ходили в ИК десятку. Вообще, блин, я только раскастовываюсь, босса нет. Что за дело? Вы там, кстати, смотрите в Дискорде, кто с Алчата, кто с гильдии. Если вам на перса какой-то шмот нужен и он падает, я закидываю пока что сумку, чтобы быстрее пройти. Вы запоминайте шмот, который вам нужен. Ромбик, Редвард. Я не смотрела, щит квадрат. Я не знаю. Треугольник танчит Вольф. Вольф Лиси, Вольф Сон. Да. Ты рога твой. Так, по мобам. Первого будем убивать. Где этот петух? Вот это звезду, потом ханта. Сначала звезда, потом кружок. По контролю. Черепок обязательно магия овцу. Локи Фир. Шторм там. Жабу кидай, чтобы не хилил. Кто там еще хил? И Эршам хилит крестик. Его тоже самое. Контроль, стан, сало. По притяжкам притяну первый звезду, второй мототай вытянешь куда-нибудь подальше в рейд. Ну и там по КД подтягивать, притягивать будете. Так, еще раз по танкам. Редвар ромбик, мой квадрат, треугольник Вольфсона. Чек на пол. Так, звезду первую притяну. Все, танки пошли. И танки собираемся вот беги, вместе. Малышка, беги. В одну сторону желательно. Квадратику сюда подводи немножко. Петух мой отъезжает. Сюда собираемся, чтобы друг другу таунтами помогать. Динку дай на паладина лучше. Хотя будет таунт больше от КДшиться. Ну так стану вижу. Бьете звезду, скажете, убили? Кружок бейте. Давно. Вот, после звезды кружок, внимание, не забывайте. Было бы неплохо, если бы диспелил. Я диспелю. Голос на Олега похож, это не ты? Не. После кружка крестик заливайте. Желательно, как зальете крестик, скажете. Вы же кружок убили уже, да? Да. Вот, после крестика череп. А то, если вы не говорите, что залили, вы начинаете бить кого попало. Крестик залили? Забаблю. Забаблился, значит, снимайте баб. Кстати, там дерево было вообще, нет? А, там уже, блядь, захлерили все, почти там сова. Ну и все, этих петухов заливайте, все. Мага доливайте и сводите уже в центр. Мобов уже не отводите никуда, все просто вешайте. Давайте дизарм. Сразу только к воротам отойдите, полное раньше времени не надо, надо еще успеть шмот забрать, сундук исчезнет. Отходите.
сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Редвар черную. Паладин белую берешь. А эти маны чуть попить, не пойти. Кентейнер. Только один мгновенно вижу. Весь ред черную берем. Все там пуляете, растаки. Во имя темного повелителя. Во имя. Да ничего страшного. Ливом сорвал. Так и говоришь, спать. Да, я без так сорвал. Ты там Редвар меня еще в муте держит? Пусть не слакает передай. Не, я с паладина сорвал. Казбить. Тогда и хорошо, что не слышит. Я думал, если в два танка, то нормально будет, но в итоге кривым сорвал. Чего я так и думал, что выбор выпадет. Так это, у него, видишь, что 5 лет. Кто хочет купить выбор там? Ты посмотри сумки, пожалуйста. Щит падал, я пропустил. По-моему, нет. Блин, жаль. Танк. Без целка катар... уже надо убивать. Да. С десятки нормально. А ты чё, я вагониться не пойду. А надо бы. Лучше вагониться. Да мне даже как-то не то, что неудобно, мне стыдно так делать. Ты на нубе мама уходит, да? Да. А уже поддерживают двух мобов или там по одному надо хватать? Ну, типа, если их вместе держать, то может сбрить танка. Нужно тебе одного недалеко от босса держать на луже, а одного под боссом. Проще. Можно могу одного законтролить могу. Нет, я вам так скажу, хоть законтрольте, хоть захуёльте, это вообще похуй. Если вы не сольете двух мобов, и они закопаются, выйдут еще мобы, 4 моба, то они вайпанут рейд. Все, перевыпните. Сейчас как бежим к боссу, да? С левой стороны мой моб, с правой стороны твой. Больше проблема с рыбой, а не убийство там меня там. Ну, смотрите, моего первого вы сольете, а он на втором он там агр пока набивает свой и принесет потом. Хоть как делаете, вообще без разницы. Ты опять, я думаю, проблем была. Личку даешь, там оба никто не сольет. Будут принадлежать мне, Фордринг. Просто думайте, если вы вообще забьете хер на мобов и на сферки с пула, ну, сферки хоть и разобьюсь с допадом, то может быть вайп, а вайп мне не надо. Чек на пол. Чё, конь? Кулак. Кулак пороги дайте. Димитрий. Дитмирий. Блять, хуй. Он все дали, спасибо. Это самое, пуляй. Че лед уронить? Ну вот одна рядом. Один под босса ж. А один тут. Вижу, держу ки. И второй.
Второй на тебя пошел. На второго перса. Сейчас, может, успею, хуй знает. Пиздец. Все, на луже нет, подержу его. За дот идти его просто. Сам сдох. Дадут эти жука уж добей. И тух, сука. И эпоха. Этот груль. Порт шатра ты желательно. Крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Мы в числе избранных. Самое что интересно, Эрдвара даже не помню, за что меня замутал. Ну, короче, это ГГ.